я покажу. Вы главное чувствуете. Говорят, что я читаю об одном и том же. Бабушка, райончик, ланчик, Китай, рифы похожи. Так вот, я больше не живу у бабули. Недавно переехал с местности, земля, прости. Так же, как и раньше, я пью китайский чай. Много дую, все, кто надо, на связи. Я поблизость, я продолжаю заниматься рекламой района. Земля, так приятно оказаться дома. Я помню ширину балкона, помню вид из окна. Уверен, что меня помнят эти дома. Земля, вот что я называю домом. Мир всем местным, вала, парам, по-любому. И когда на небе свое место занимает луна, я шлю свой салам этим домам. Я не знаю даже, где они сейчас живут. Зато я тут, я всегда на месте. Меня все время фоткают странные люди в подъезде. Я здесь, как обычно, скромно. По трамстору мимо ням-ням и до дома. Еще не тепло, но вроде пока не скользко. Я поняла, опасно на улицах в Москву. Мимо спортивной площадки, где я 100 раз искала в